Давайте с вами выучим нехитрую хореографию. Сейчас мы вернемся все вместе налево. Мы повернемся направо, вы повернемся налево. И увидим перед собой спину вашего соседа. Давайте возьмем его за пояс обеими руками. Вот так. Очень хорошо. И теперь все вместе пойдем вперед. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Идем, идем. Остановились. Мы довольны этим. Похлопали в ладошки и развернулись. Пять, шесть, семь. Повернули в другую сторону. И пошли в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Хлопаем, хлопаем, хлопаем. Отлично. По моим расчетам, мы все оказались на своих местах. Это прекрасно. Хорошо. Учим следующее движение. Мы знаем, где у нас с вами находится левое бедро. Левое, да? Очень хорошо. Давайте его потрогаем. Вот оно. Да? Для нас правое, для вас левое. Очень хорошо. Теперь второй рукой попробуем поймать себя за правое бедро. Очень хорошо. Теперь проверим, устойчивы мы стоим на ногах. У вас замечательно получается, я готов взять всех. Отлично. Теперь вот сделаем так. Левой ручкой вперед. Правой ручкой вперед. А теперь, чтобы была такая волна. И шими-шими-шими, друзья. Отлично получается у нас. Теперь левая ручка пошла вверх. Правая вверх. И вот так вот сделаем. Давайте движение будет называться у нас. Хорошо. Да, я ничего не перепутал. Все прекрасно. И потом поаплодируем друг другу. Второе движение есть. Супер. И теперь учим третье движение. Крайнее, которое нам понадобится сейчас в нашем танце. Все вместе идем налево лицо ко мне. Ручки сделали вот так. Супер. Но не сдаемся. А вот так. Сейчас бру-бру-бру будем делать. И вот этим бру-бру идем налево. И раз, два, три, приставили, и ладошками, раз, так, 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 пять раз, давайте, и раз, два, три, четыре, пять, супер, а теперь также идем, возвращаемся обратно в свое кресло, раз, два, три, супер, мы готовы к тому, чтобы я продемонстрировал вас, Владимир Васильевич, пожалуйста, я прошу вас сейчас, быть этим, давайте пригласим на сцену Владимира Васильевича, и он объявит для вас маленький сюрприз. Никто не садится. Очень ответственный момент. Так, господа, сейчас, ну, вы помните, что в свое время, в 84-м году мы запустили в страну хит, который назывался «Танец утят». Да? А вот сейчас мы написали мюзикл, который называется «Бармалей и Айболит». И вот центральный хит из этого мюзикла, который называется «Бармалей и Айболит», мы сейчас все вместе споем и станцуем. Артисты, на сцену! Оркестр! Начали! Вот так.
было.